Что, погнали? Да, мне нужно уже. Кстати, не помню, где оружие на Rapid Core лежало. Окей, вот с этим уже можно нахер. Да, нужно хилки. Mega kill.
First kill.
На хп жил. Дайте отхилиться, что ли? Начали А тут живые люди появились, что ли? Thank you.
Дрочь! Чё, я не понимаю. Thank you.
Дичайше. Ну, меня там несколько раз он убивал просто на халяву, потому что он кинтрил в этой ебаной комнате, где 50 отхилов есть. Я обосрался. Ultra kill!
Ну, еще позрительная игра. Он очень пострелительно играет, но в принципе не промахивается с арбалета. Короче, он двигается не как клёвый игрок, но при этом он попадает почти всегда с арбалета в любой ситуации. Я не понимаю. И на прошлой партии тоже. Хорошо. Thank you.
Просто мгновенно меня в голову стрелял. Короче, хер знает, мне кажется, что он какой-то мутный. Просто без вариантов, как каждый раз. Дистанция тут точно. Опять кто-то попал, спрятался просто с первого же раза на произвольной дистанции. Револьверс опять попадает просто сходу. Хоть я не понимаю. Я считаю, что он мутный. Стены, что ли? То есть попа подбирает, сходу начинает попадать. Нихуя себе.
То есть я, блядь, стою там. 100 хп, и он, блядь, берет из одного выстрела, блядь, хуячит. Чё? Что за, блядь, убивание с дробовика, блядь, через полкарт? Как такое вообще возможно? Я не верю, что это, блядь, честная игра, потому что он подозрительный, блядь. Даже не пытался стрелять Гаусс. Эль Рапиро. То есть он еще хоть шот раздает с арбалета, подбирающимся целям на близкой дистанции. Окей. Я даже сказал, что у нас что-то типа дуэли.
Что за хуйня? Блять, я думал, что это тот челик, а там другой челик с таким же скином появился. Из этого я пошел на рожон. Он тупо не промахивается. Вот это просто пиздец. На разорванном ебали ему. Само взорвал бывало. Короче, объясняю тактику. Если он ебошит с арбалета как боженька, то надо сделать так, чтобы он не рвал меня снова из-под с арбалета. Сейчас, например, был замес, где у меня осталось здесь хп. Если бы у меня не было хилок всех этих взятых, то я бы сдох там. Чисто как за боссом сначала отжираюсь, а потом иду и борщить. Человек, конечно, молодец, он смог стать боссом халвы. Берется, но выскоро убивает. Без вариантов. Надеюсь, что у меня получится его убить, но у меня не получается нихера. Что он всегда попадает. Чисто всегда. Так, теперь котлеты.
конечно, вот посмотрел чутка, но я же не говорю, что я киберкотлета. Просто попадает абсолютно всегда. Кемперит как сучка. Кемперит, реально, в халве. И при этом попадает абсолютно всегда. Да, конечно. Чисто на лимитах его размотал к концу игры. Ну это пиздец, считаю, что это был читер. Ну нахуй с меня всего этого дерьма. Короче, справедливость проиграла. Даже ГГ писать не буду.